перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Е-е-е-е, слышно? Всем привет! Мы сейчас находимся на репетиционной базе, и мы готовимся к завтрашнему прямому эфиру на радио «Маяк». Там мы сыграем 5 песен из хип-хопера «Орфея и Евредика», но вы, те, кто уже к нам присоединился, увидите их гораздо раньше. Мы для вас от души сейчас будем лажать, для того, чтобы завтра не лажать ни перед кем. Итак, первая песня будет «Голос из струны». Я хотел бы представить тех, кто здесь находится. Это Лейла, исполнительница роли Евредики. Это Кирилл Борисов, также известный как Растет, yeah. Также известный как Диджей Дионис. Вот. И там, возле греческого флага, находится Роман Кравченко, наш звукорежиссер, который будет накладывать божественные эффекты на все, что мы будем петь и играть. Орфей и Евредика, вы готовы? Я. Yeah. Теперь я не уходи. Чудеса твои, как ты. Перед переполненными трибунами.
Для тех, кто только что присоединился, я еще раз, нет, не еще раз, для вас впервые это прозвучит, это знают только те, кто уже смотрел эту песню с самого начала. Короче, завтра мы вот таким составом на Радио Маяк в 3 часа дня будем играть 5 песен из хип-хопера Орфея Евредика и что-то важное о них рассказывать. Сейчас мы находимся на репетиционной базе, у нас репетиция. Присоединяйтесь, зовите друзей, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм и... И погнали! Круто, проводите время. Чтобы не было. Ладно, с нами творится нечто, способное вызвать крушение зданий. Мы город на съемке пропили ложащий синиц пацанами. И то, что до нашей встречи кажется полузабытыми глупыми с нами. Что это потому, что с нами происходит что-то за грани любых ощущений и знаний. Разлито по венам приятное ваше пламя. И главными стали изгибы, что раньше казались судами. I love you, you love me, yeah, you love me. И с нами все ясно. Это взрыв опасно, это диагноз. Чертям адекватность, наши чувства съедят нас, это реакция. Растворит вместе с пальцами, перчатки, пробирку и лакмус. В этот раз я забил на технику безопасности, ну и халатность. Предупреждающий знак не помог, ни пиктограмма, ни надпись. Как нам теперь унести этот лапись? Неподобное это богатство, и по силу ли нам не промотать потом эти сокровища? Видно была незнакома, нам раньше любовь еще. Но это же и не любовь, уже это любовище. И мы в ней по уши, двое беспомощно тонущие. Закрывающихся и отчаянно стонущие. Это острее любых орудий, режущих корешью. Более обжигающие, чем самые яркие щелочи. Это что вообще и чего теперь стоят все эти игрища? Поприща, полчища, рукоплещущий песок, еще матом кроющий. Так недалеко уже, не добоющихся им скорой помощи. Oh my God, holy shit, все это потому, что с нами. И не боится нечто, способное вызвать крушение зданий. Мы город на съемке пробить, уважающий сидит под цунами. И прошлое до нашей встречи кажется полузабытыми. Глупыми с нами, все это потому, что с нами. И происходит что-то за грани любых ощущений и знаний. Разбито по венам приятное влажное пламя. И главное с нами, и скидывай, что раньше казались судьбами. I love you, you love me, yeah, you love me. И с нами. Такого не бывало ранее. Перестание на грани нового большого взрыва. Громче трибун стадиона, мы приобновлены. Это походу лишь первые стадии, только симптомы. Из жизни вышел, мы уже тысячу лет не выходим из дома. Соседи глушат наши столы. Это потому, что с нами. И не боится нечто, способное вызвать крушение зданий. Мы город на сутки победил, а жаще зелит под цунами. И прошлое до нашей встречи кажутся полузабытыми. Бухами с нами. Все это потому, что с нами. И происходит что-то за грани любых ощущений и знаний. Разлито по венам влияние ваше пламя. Папами с нами. И скипы, что раньше казались зубами. I love you, you love me, yeah, you love me. И с нами. У нас нет воды, заканчивается воздух, но мы продолжаем вести прямой эфир. Знакомая история. А? Фленджер, послушай. Фленджер? На гитаре? Да. А ты сам наложил или у меня? Да, я. Итак, мы продолжаем репетицию перед завтрашним прямым эфиром на Радио Маяк. Он состоится в 15.00 по московскому времени. Сейчас мы сыграем песню, которая нигде еще никогда публично не исполнялась. Это песня одна из тех, что были написаны... Это не та песня. А, нет, наоборот, да. Это будет позже. Так что оставайтесь с нами, не переключайте канал, бла-бла-бла. Это самая обычная песня. Самая обычная песня, самая на самом эту деле... Эту песню как раз-таки уже слышали. Эту песню уже, что мы только с ней не делали, где мы ее только не пели, ее вообще практически все уже знают. Песня называется «Вряд ли». Это сцена... Нет, она не так называется. «Вряд ли боги соблаговолят нам», она называется. Это сцена прощания Орфея Евредика. Да подожди ты, господи, дай попиздеть, пожалуйста. Окей.
Это сцена прощания Орфея и Эвридики. Орфей отправляется на олимпийский батл. Эвридика уже, кажется, что-то такое вообще чувствует. И сейчас она все расскажет, да? Расскажешь? Ну, в конце песни. В конце только. Ну вот. Еще один повод не отключаться. Итак, поехали. Так, вначале просто Орфей выговорится, да? Я включаю бит Матио. Давай. Диджей Дионис! Не пускай эту хренату. Крылатые лучники, недаром мы в квартире застряли, как в клетке два неразлучника. Но чтобы мы слили гнездо, должен отправиться в путь. А да, нам рай в шалаше простом, но тебе ведь тоже не нравятся путья. Это ржавые решетки на части, неравные небо, бескрайние делищи. Я совещать не хочу, птица нам все с вами, это печальное зрелище. Мне говорили, я позы трожден, а крылья лишь от обиз. Моя в обратном убежден, я возьму малыш этот приз. Пусть я рискую похлеще икара, клянусь тебе своим даром. Я выжму максимум там и связать московые кефары. И то, что кому-то казалось рудиментарным, мы имеет огромную силу. Мы сменим этот быт кошмарный на новый, просторный, красивый. Или, возможно, все это зря, и я не так уж талантлив. Но если ты веришь в меня, я всех порву на эту парту. Хоть и вряд ли боги соблаговолят нам. Есть подозрение, что и приятно, когда нам больно. Но все равно дай мне эту клятву, с боя обратно дождаться больно. Вряд ли боги соблаговолят. Вокруг Олимпа, все небо в тучах, вспышка молнии. Но все равно дай мне эту клятву, назад дорогу, да только вспомнить. И подменяй понятия, ты знаешь сам, кому это нужно, мужики, всю жизнь играют в войнушку. И сколько мне минуло времени, с даты рождения, вы сами не свои. Без коня собрали стремени, без копья считали знамени. Без врага и мишени, все это всегда важнее отношений. Не обман. Хочу, чтоб ты понял, речь сейчас не обо мне, не о нас, ни о чем не крови. Как о твоем адреналине, тестостероне, самоутверждение, виртуальной короне и троне. Я люблю тебя, я буду рада всем твоим победам, наградам. Это важно, правда, но моя любовь не плата за медали, кубки и успех. А теперь иди и сделай там все. Вряд ли боги соблаговолят нам, есть подозрение, что и приятно. Больно, но все равно дай мне эту клятву, с боя обратно дождаться больно. Вряд ли боги соблаговолят нам, вокруг Олимпа все небо в тушах, вспышка в молнии. Но все равно дай мне эту клятву, назад дорогу до дома вспомни. Ну вот сейчас как раз будет наконец-то премьера. Эта песня называется «Романс», и она решает очень важный драматургический момент. Орфей побеждает в олимпийском батле, подписывает контракт с Аидом, и в этот момент Эвридика пытается дозвониться ему, пытается. А ты наконец-то, наконец-то узнаешь, да, о чем эта песня, наконец, действительно. Вот, ты пытаешься мне дозвониться, сказать мне, значит, что у тебя предчувствие какое-то тяжелое. Что-то там, короче, пошло не так, какая-то ерунда. А я играю бас. А он играет бас, вот. Готово? Самое интеллектуальное, в общем, вступление к песне. Я. Yeah.
пока я там стиле поддался. Гепара долго молчала, и я свои чары еще не имел в мире полный пока. Так что же будет с собою, когда на них вынет не только лирика, но еще и звука река. Сбегай, звук, сбегай, тут речь не о деньгах, но пускай будут, пускай в карманах. Так мы, кубарем тратится, с горы бождарем, нет мы, увы, окно, карман может порту порой. Так мы, лимузин, личный водитель, для меня и моей неприятники, избавить прямо все песники, нет звезд, пока мы за общежитием. Кто хотел бы достиг моего, ты еще, ну-ка покажи жителей. Я сам бы закупил, но не могу, блин, по причине весьма уважительный телефон остался в машине. Я немного пьян после пати, сообщения непиши мне, я сейчас не смогу прочитать их. Я сегодня в мате, так всегда, когда после стресса выпьешь и вообще пора спать, ведь завтра съемки клипа серьезный кипишь. Телефон остался в машине, я немного пьян после пати, сообщения непиши мне, я сейчас не смогу прочитать их. Я сегодня в мате, так всегда, когда после стресса выпьешь и вообще пора спать, ведь завтра съемки клипа серьезный кипишь. Телефон остался в машине. Подходит к концу. Сейчас мы исполним заключительный номер, и это тоже премьера. Если честно, я думал, что, может быть, не стоит эту песню так быстро сливать, но не держится она внутри, к сожалению. Поэтому сейчас вы услышите песню «Без нас». Ну, не в смысле, что «Без нас» песня называется «Без нас». Не ушли. Да, мы еще пока что здесь, вот, но в опере в этот момент уже все. Нас уже нет. Еще одно интеллектуальное вступление. Поехали. Театров и гладиаторов с меня толку туристов голодных, да я
репортаж не слишком подробный. Лишь время покажет, годится ли сюжет для кинематографа. Время смотрит на мир глазами такими недобрыми. Мир однажды проснулся, что был в утренний час. Миллиардами разноцветный вас увидит в зеркале небес нас. С отражением вчерашнего не видел в принципе черт отличий. Будто из бесконечности кто-то единицу зачем-то вычел. Мир без нас по-своему наш роман сверстает. Мир без нас наши истории и акценты сам расставит. Как именно не знаю, но мне известна истина простая. Я буду любить тебя даже когда мира без нас не станет. Когда увижу себя словно на видео, будто камера у потолка. Когда память глубоко размотает границы финальной суда лага. Когда разум разомкнется и событий, что была так ему дорога. Я буду тебя любить, когда любой успех превратится в мечту дурака. Когда черная кошка смерть отойдет от крыльца от нашей и мою до бока. Когда останется лишь темнота и молекул без толкового суда лага. Когда потухнут зрачки, когда будут светиться вещи, кардиограмма. Когда налипнут на небесный магнит, мои пальцы с чем-то грамма. Оставив тело внизу, какого-то храма, я буду тебя любить. Сейчас предзакажете альбом в Apple Music или iTunes. А, в Apple Music вы предзаказывали, да? В iTunes можно предзаказать. 31 мая они все откроются, но мы потихоньку каждый день будем что-то новое вам обязательно подкидывать, поэтому следите за нашими обновлениями и не пропустите наш завтрашний эфир на радио Маяк в 15:00. Напомню, какая... Да, 103.4? Я не знаю, какая частота у радио Маяк, но я надеюсь, что вы, вооруженные интернетом, обязательно справитесь. Спасибо большое всем, кто был с нами. До новых встреч. Респект. Всем пока. Yeah.